Всем привет! Вы на канале TeamPlay. И сегодня мы будем играть на всех в бравлерах. Итак, во-первых, нам надо поставить сначала мини-редкие, и мы остановились на промке. Да, идем на динамайке. Ну что, погнали? Итак, мы идем сейчас к катку ШД. Кстати, у нас скоро будут выходить видео с моим другом, можно сказать, одноклассником. У него 22 подписчика, я не помню, вам говорил или нет. Вот, и... Короче, если вам понравится его контент, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Так, мы сейчас пока тем временем сыграем еще раз, потому что я занял 7-е место, а это 0 кубков. Это плохо. Так, динамайк. Вообще дальники вот эти вот, ну, которые кидаются, это не мое, потому что я только на тике хорошо играю, и все, больше ни на ком из дальников, которые кидаются. Вот. И... самый любимый мой бравлер в Brawl Stars это вообще-то, который у меня есть, это СТУ, Джин и Лу, еще Гейл. А вам какие нравятся? Пишите в комментах. Далее, кстати, если под этим роликом наберется 10 лайков, я буду записывать стендов. А если под этим видео наберется 8 лайков, тогда мы идем в Free Fire. И пишите далее в комментах, за кого мне больше играть. Ну, не играть, а начать записывать летсплей. Жду ваших комментов. Жду ваши комменты. Также я оставлю друга канал по ссылочке в описании. Там будет его канал. Также, что могу сказать? Мое продвижение аккаунта идет. Вот, потому что у меня на канале на данный момент всего-то 3 ролика. Но 4 подписчика. Это всего там родственники и друзья подписаны, все. А из меня вообще никто не подписан. Почти 90 или 7, я не помню уже сколько процентов, но очень много, не подписаны на канал. Всего у меня просмотров так 59, 43 или 44 получается. Короче, пишите в комменты, сколько получается. Где-то около 100 человек не подписано на меня канал, на мой канал. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. А тем временем у нас идут дела с Brawl Stars. Нормальные. У меня на данный момент вроде бы 14 тысяч с лишним. Ну, 14407 или 408. Вот. Если вам нравится мой контент, ставьте лайки. Кстати, некоторые люди, вот под последним роликом по Майнкрафту, меня начали мотивировать. Мне уже написали популярные довольные ютуберы. Это Ант Бро. Вот. И еще какой-то там ютубер. Вот. И Боргасон или Боргасон. В общем, вы найдете их в ютубе. По любасу. От Ант Бро или Ант Про. Вроде бы
6 тысяч подписчиков. Я точно уже не помню. Вот. У Богерсона, ну, где-то 552 подписчика. Потому что я подписчик его уже... Ну, он мне написал, я на него подписался. Он сказал, оценит мой канал. Вот. Ваша мотивация мне прибавляет... Не прибавляю вдохновения всякие ролики придумывать. Это все благодаря вас, подписчиков. Так, а далее у нас пока... Ё-моё, все-таки СТОшник напугал меня. Давайте еще раз сыграем. Так. Ого. Брок такой со всех сторон. Влево, вправо. Этот начал стрелять. Вообще. Ого. Там Эмс по любасу сейчас будет в кустах. Да, все, она в кустах. И тут Пайпер еще плюс. И еще и Барли. О, капец. Тут и Барли, и Брок гуляет. Это вообще. Не. Так, чем я увлекаюсь? Я увлекаюсь хип-хоп танцами. Вот. И мне это нравится, и я продолжаю это танцевать. Также у меня в танцах все хорошо. Вот. Если вы не знали, моя идея появилась. Появилась идея загрузить на YouTube канал вот от друга. Он запустил, он взял и выложил ролик на свой канал. Вот. Я увидел, ну вот это Лев Геймс, который есть. Я от него увидел ролик. И у меня появилась мотивация создавать ролики. Вот самый первый ролик. Я играю на всех браверах. Первая часть. Я начал офигевать, что я набираю сразу же столько просмотров. Мой друг сказал вот под последним роликом, который Майнкрафт, по Майнкрафту есть. Вот. Он сказал, это неплохо, то, что тебе уже пишут популярные личности. Вот. Вот оттуда у меня появилась идея. Ладно, что-то мы заговорились уже о Ютубе. Вот. О моем о всяких танцах там. Давайте перейдем к игре. Тем временем мы уже выиграли на 8 бите. Топ-1 заняли, это неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Роза. Роза, пожалуй, должна от меня отойти. Опа. Если ты сейчас подойдешь ко мне. Опа, все. Она напугалась. О, она дырила напала. О-хо. Все. Роза меня боится. Я ж трехбаночник, а она без банок входит. Все. Считайте, я в середине, на миду. И по идее, вот больше всего... Надо занимать центр. Отсюда можно крысить и убивать. Я много раз так сделал, и у меня получалось. Так. Ого, Нита. Двухбаночник. Двухбаночник. Неплохо. Ну и что ты там ходишь? Улыбаешься. Вот так вот покажу. Ты откуда-то будешь идти, нет?
Давай. Наконец-то. Убил. Топ-1 занял опять. Вот, я занимаю топ-1. Это на Эмс. На 7 бите. Еще. О, дальше Исту уйдет. Погнали играть на Исту. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Сразу идем в центр. Ой, я еще так лагает-то у меня, ай-яй-яй. Сразу идем в центр. Занимаемся. Вот, ставим мой гаджет. Любименький. Ухо. Спайк. Идет. Главное ульту свою защищать, потому что ее очень легко прибить. Ну не ульту, а гаджет. Я почему-то путаю ее с ультой 8 бита. Вот. Ее надо постоянно со всех сторон защищать вот так. Это моя самая нелюбимая карта, потому что тут нет коробочек с банками. Уху, ай-яй-яй-яй, блин, меня кокнули все-таки. Вот. Это мое самое нелюбимое. Ладно, давайте не из того, что-то я сливать начал. Давайте поиграем на Эл Примо. Первый редкий боец. Сейчас могу сказать про Эл Примо. На Эл Примо я где-то за пару часов поднял 20 ранг. Это очень легко на нем делать. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, там Дэрил. Ага, вот так. Пока делишки нормально, меня никто не убивает. Это хорошо. Так. Вот я видел, кто-то в кустах вот там вот. О. Бо. То хваре уже на меня вот так вот делать. Ай-яй-яй, зря это сделал, зря. Тирена центр заняла. Так. Пэм. Чё ты там делаешь? Так. Десятка. Я жив как-то. У меня 2002 хп осталось. Ай-яй-яй. По мне не попал Дэрил каким-то образом. О, они затимились? Блин. Ай-яй-яй, больно. Мне больно. Пока. Я сразу ухожу. Дэрил все-таки напал на бошника. 8 бит убил ПМ-ку. А Дэрил такой смотрит, пушит. Ой, больно. Так вот, главное на батут-то не нажимать. Ух, ой-ой-ой-ой, все, мне капец, да. Тут очевидно было. Так, выходим. 431. Давайте сыграем на, ну, мы остановимся на Поко, и третья часть будет, если мы наберем под этим видео 13 лайков. Сойдет. Так, играем за Барлея. Я Барлея вообще не люблю. Он у меня висит постоянно на 14 ранге. На нем играть вообще не умею. Вот максимум 14 могу поднять на нем. Дальше все, не могу. Вот видите, что он... Вот мне проще на Леоне, честно говоря. Я вот в нос в Бравл играл. И постоянно выигрывал на Леоне. И на Вороне. Ворон — это мой самый любимый бравлер. Которого у меня нет еще пока. Но у меня зато есть Джин Гейл.
Это мне примерно выпало, не помню, вроде бы месяц назад, но не месяц, там, недели две назад. И выпал вот этот прекрасный бравлер Джин. И, конечно же, этот Гейл. Погнали на Поко. У меня как раз у него есть нужный гаджет. И восьмая сила. По-моему, у меня никакой девятой силы нет. Это вообще пипец. Я вот хочу накопить. Могу, потому что мне не выпадают очки силы. У кого есть восьмая сила. Так, там Паппер убил Бе. Так, а давайте попробуем Паппер убить. Ай-я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 й
Иди в попу. Да иди ты в попу. Почему они меня начинают огрушать? Так, все, давайте последнюю катку сыграем. И на этом мы закончим. Так. Ля-ля-ля-ля. Ого. Гавс, 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 гавс. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Там уже бошник занял свое место. И Гейл. Бошник я все-таки Гейл выгнал. Там еще и плюс еще и Кольт. О-о-о. У них хп вообще мало, пипец. Так. Лечимся, лечимся, лечимся. На-на-на-на-на-на-на. Ой-ой-ой. Так. Все-таки откинул. Блин. Ну вот на такой прекрасной нотке мы закончим. Так. 36 минут мы договорились. Если наберется 13 лайков, тогда выпущу третью часть. Всем удачи. Всем пока-пока.